девчонки, можем познакомить. Простите, месье. Которая понравилась. Хочешь, иди в мастерскую, я тебе ключ дам. Благодарю. Милиция? Да. Фу ты, ну ты. Все, считаю девчонок субботней. Стоять! Не шпрыгай. Так, опа! Лежа пошла. Ну ладно, простите, господа, что вы делаете? Машину, пусть. Это говорят. Барон! Ой, что же вы их таких-то? Это на субботу. А где Вера Ивановна? Вы кто такая? По какому вопросу? Я бы кофе выпила. Люда, сделай нам кофе! Хорошо. Ты сама выпьешь, чтоб не заснуть. А то вдруг какой интересный разговор. Прослушаешь. До свидания. А нам как раз нужен был курьер. Костик нанял специальную барышню, и она пришла к этому начальнику на собеседование. Начальников на СПИД. Наши не обнаружили СПИД в острой фазе. Я Эмэл, большой депрессии. Я прекрасно знаю, что мне нужно. Я все это делаю только потому, что ты... Ну, кругом враги, они же так и норовят настучать. Хватит, хватит, разболтался. Не уезжала бы от тебя, вот так бы не уезжала. Не уезжала. Не уезжала бы, конечно. Конечно, не уезжала. Не уезжала. Конечно, не уезжала бы. Зачем мне уезжать? Не уезжала бы. Лулочка, оставайся, а? Ich bin sehr froh, dass du einen klugen Onkel hast, der sich auch um dein Vermögen kümmert. Was soll das heißen? Und woher weißt du das überhaupt? Ein wunderbarer Wein. As though it were your life.